Здравствуй, дорогой друг! Спешим тебе сообщить, что наступила весна. Весны тебе голубой и нежной, счастливых дней и радостной мечты. Пусть март подарит, хоть и снежный, свои улыбки и цветы. А с приходом весны начинается волшебство. Каждая лягушка превращается в царевну лягушку, а царевна лягушка в прекрасную женщину. А каждая женщина – волшебница. Она может все, даже склеить разбитые сердца. И тогда миром начинает править любовь. А наши мужчины превращаются в загадочных незнакомцев, настоящих волшебников и в прекрасных принцев. Весной их посещает муза. Какие прекрасные слова они находят для своих дам. Они с радостью готовы отдать им свои сердца и постоянно озабочены тем, что же еще такого они могут сделать для своих любимых женщин. Они готовы победить всех врагов, подарить любимым все сокровища мира и даже достать звезду с неба. Они поют им серенады, дарят подарки и осыпают их цветами. От всего сердца поздравляем тебя с праздником весны. Пусть в твоей душе всегда будет гармония. В сердце распускаются цветы. В твоей жизни всегда светит солнце. Царит радость и любовь. А теперь пришло время забирать праздничные подарки. Для этого внимательно прочитай информацию на этой странице под роликом и обязательно забери подарок. И пусть с помощью этого подарка все наши пожелания и твои мечты исполнятся.